Альберт, почему мы это смотрим? Годный контент подъехал. Это что за, блядь, дедушкин башлак? Растрёпанный, чья куртка горит, нахуй? Чел бежал, нахуй, с зоны. Ухи! Хоть хуй полощи, сюда деньги, блядь. Инвазор, спасибо большое за подписку. Просто чел убегал с зоны, его убили, нахуй, вертухай. Он лутанул, блядь, вместе с листьями, блядь. Бушлат ебучий, куртка папича, блядь. Сеть не могу его, сучу, нахуй. Превосходно. Если бы кто-то из вас попробовал бы, не только визуально понял бы это, но еще не прочувствовал бы. Одежда из свинницы, блядь. У меня горло болит, я шипеть начал, как котюка, бля. Помогите. Это бля. Внутреннее, так сказать, желудок, да, чтобы получилось по красоте. Раз, два, три. Немножко начин. Бля. Тихо, тихо, тихо. Для армии готовишь? Зачем так много, блядь? Посмотрите, тут ебало какое-то. Оно живое. Ух ты. Обалдеть, вылетело. Обалдеть. Это очень неприятно. Пиздец просто. Доставай сито, братан. Грязи стало. Сейчас нужно будет продолжить распаковку. Ебало, Льван. Когда мать суп варит, нахуй ты ждешь, сидишь. О, стол я... помощи весла размешать всю эту шкуру. Сейчас буду хлебать компотик. Блять, еще раз. Изолировать не стал. Сейчас его током ёбнет, нахуй, это что такое? Вдруг корабль нерабочий. Смотрим. Там розетка просто, пиздец. Что это? Бля, Петрович, неси болгарку, мы за безопасность. Тупо на соплях, ебать, висит розетка, бля. Смотрим. Евро-розетка. Сейчас вам покажу. Вон, смотрите. Что такое? Бля! Уже, наверное, я знал, что так будет, бля. Шампур падает. Ну, это не очень-то и страшно. Но вот это уже неприятно. В общем, освободил я запеканку от тюремных стен. И вот... Что это за копченый чемодан? Блять! Смотрите, сито. Блять, он его зашил, нахуй! Просто, сука, хирург, ёб твою! Блять! Он просто череп какого-то, блять, барана или что это? Руль, нахуй! Ёбаный постапокалипсис, блядь. Он пытается приготовить адское, блядь, пламя или что? Сейчас буду делать со всем остальным чесноком. Готовка аджики все-таки не прошла без... Блядь. Хороший кадр, ёбаный пиздец.
Твоё ебало, когда мать приготовила оливье, ебать. И ты в хату зашёл. Включаю. Ух ты! Нихуя! Ничего себе! Сверхнуло! А что ж такое? Вы видели, ты, она как заискрила. Вот это да. Значит, сделал себе вот такой. Это в 0,5. Семя, семя в морду! Килимся, живем, блядь!